Добро пожаловать! Он там! Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. С вами Лидия. Сегодня у нас уикенд, суббота, а это значит время шопинга. Мы сегодня посетили консервативный магазин, который называется Sainsbury's. И вот наша закупка. Потратили мы на все это 43 фунта 60 пи. Довольно внушительная такая сумма. Я думаю, что на это еды нам хватит, ну, дня, наверное, так на 4. По крайней мере, надеюсь. Итак, давайте с вами рассмотрим. Заодно вы узнаете, сколько стоят продукты у нас в Англии. И... It's okay. Так. Значит так. Первое у нас идет по списку. Это туалетная бумага. 9 вот таких вот роллов. У нас стоит 2 фунта 10 пи. Очень важный элемент. Далее у нас идет рыбное филе. Это замороженная рыбка, поскольку свежая рыба в Англии стоит очень-очень дорого. А мы предпочитаем обычно есть рыбу на ужин. Поэтому мы вот решили попробовать вот такую замороженную. Это филе skinless и boneless, это значит без, ну это чисто филе, без костей, без ничего. Такое филе у нас стоит 2 фунта. Это значит у нас на, как бы на 2 приема будет. Вот, вот это у нас филе. Дальше. Мы взяли 2 вот таких вот кофе. Я предпочитаю пить кофе с капсул, но это как бы закупка идет в другом магазине, Nespresso, а муж любит у меня растворимый кофе. Это Heart & Weir. Значит, здесь это была скидка на него, обычно он стоит 4,50 баночка, сейчас мы взяли 2 баночки за 5, то есть 2,50 одна баночка кофе. Дальше у нас упаковочка яиц. Яйца, вот они, я вам говорила, что здесь яйца упакуют разное количество. Вот сегодня у нас 15 яиц, вот такие довольно-таки нормальные, хорошенькие желтыми желточками. Такая упаковочка у нас стоит, сейчас скажу, 2 фунта. Так, теперь молочные продукты. Я обычно употребляю на перекусы, а их у меня 2. Я употребляю йогурт, вот греческий йогурт упаковка. Здесь у нас, я так думаю, литр этого йогурта, и стоит он фунт 75. Greece Style Natural Yogurt. Дальше у нас идет cottage cheese. Сегодня баночка у меня побольше, вот такого Natural Cottage Cheese. Тоже он без сахара, 600 грамм. Его стоит греческий йогурт, что-то фунт 90, я так помню, не могу сейчас его найти здесь. Далее, любимая овсяная кашка. Такая упаковочка стоит у нас фунт 20. Вот это итальянские макароны, сделаны из хорошей муки. Темная мука у нас, и сюда же входит и дурум, кстати, вот и хлебчик у меня с дурумом. Значит, эта упаковочка у нас стоит, сейчас найдем, вот она в вкусе, фунт 0,5. И так, на всякий случай, чтобы валялись дома, вот такая вот упаковочка стоит 20 пи. Макарон. Это моя любимая вкусняшка, как вы понимаете, это у нас салмон смок. Ну, обычно мы берем вот на такие крекеры, кладем, либо я делаю в тостере хлеб и кладу эту рыбку. Эта рыбка что-то около 3,25, по-моему, стоит. Сейчас я найду ее здесь. Да, 3,25. Нет, вру, неправильно вам сказала. Простите, простите. Фунт 90 сегодня вот такая рыбка стоит. Так, муж у меня большой любитель острой пищи. Он везде добавляет соусы вот такие. Sweet chili. How much is it? Yeah, it's 1 pound each. То есть 2 фунта. Далее. Я собираюсь приготовить из... мясо, молотого мяса, turkey, это индюк, из такого мяса я собираюсь приготовить либо я делаю такой как пирог из мяса, либо я делаю котлеты. Значит, это 5% жирности, мясо индюка, оно у нас стоит, окей, сейчас найдем,
Вот. 3 фунта сегодня стоит он. 600 грамм. Вот. Муж очень любит на перекусы брать вот такие, как пирожки они называются, я даже не знаю. Вот этот у нас идет с сыром и луком. Второй с сыром и с бинс фасолью. И этот с чикен. Один пирожок 80 пи. Ну, так бросил в микроволновочку, быстренько разогрел и с кофе прекрасный перекус. Так, вот это я говорила, это такие у нас, такой хлеб итальянский. Он включает в себя дурум. Вот, значит, эта упаковочка у нас стоит сегодня, что около фунта, фунт 10, по-моему. Вот. Хлебчик, это обычно я делаю такие роллы себе. Так, дальше, вот такие бейглс, я очень люблю эти булочки. Опять-таки, они стоят обычно фунт 60 или фунт 80, сегодня они были на скидке по фунту с изюмом. Потрясающая булочка, можно ее разрезать, положить даже туда же, ту же самую рыбку. Вот, но больше что-то сладкое, потому что здесь изюм. Вот, ну, тоже совместить рыбку с изюмом, довольно неплохое сочетание. Так, теперь, как я вам говорила, утром мы едим овсяную кашку, и туда мы кладем всякие фрукты, всякие добавки. Вот у меня такой курага такая. Курага, сейчас я складу, курага стоит с чем-то. Сейчас я ее найду. Здесь у меня вот такая априкос. 3,25 она стоит, такая упаковочка. И, соответственно, это называется сухая слива, или чернослив. Чернослив, он тоже где-то в этой же сумме стоит. Дальше, муж у меня очень любит маленькие мандаринки, это фунт 25 стоит. И яблоки, вот что я уже говорила, я возмущалась по поводу, потому что очень дорого. Сегодня вот такая упаковочка стоит фунт 60. Так, молоко. Молоко, это у нас лакто-фри молоко. Semi-skim, это значит пастеризованное молочко, которое обезжиренное. Вот две упаковочки. То есть мы когда делаем кашку, я делаю половину воды, половину молока, чтобы, сами понимаете, не была жирная каша. Делаем мы вот так. Вот эти крекеры, я вам говорила, маленькие печенюшки, очень видите, даже так вот они майонез и помидорку кладут. Ну, мы просто любим там либо сыр, кусочек положить, либо ту же самую рыбку соленую, очень вкусно. Так, филе мы с вами посмотрели, и вот муж у меня что-то полюбил вот эту картошку, она уже готова, ее только в духовку там забросить, и получается, вы же знаете, что они любят эти чипс, fish and chips, это как бы традиционное английское блюдо. Вот, ну вроде как и все, то есть за вот это все мы заплатили 43 фунта 60 пи. Так, ну вот это все Сэнсбрис с продуктами закончили. По дороге мы зашли в так называемый Free Market. Это такой небольшой базар, где можно купить продукты, например, свежую рыбу, либо овощи, либо мясо. Мы туда ходим обычно за овощами. Значит, там у них все по фунту. Вот, допустим, 4 вот таких вот авокадо. Нет, сегодня 3. 3 вот таких авокадо стоит фунт. Вот такая вязочка помидор. 5 помидорок, это тоже стоит фунт, то есть все по фунту, как я называю. Дальше я взяла, что я еще взяла, я взяла 3 вот таких вот кабачка, буду делать сатэ, и 2, это значит 3 кабачка фунт, 2 вот таких вот обжин синих тоже стоит фунт, и 2, 4, 6, 8, 10, 12 сливок тоже стоит фунт. То есть это у нас еще 5 фунтов. Итого 43 в магазине и 5 на маркете мы потратили 48 фунтов. Как видите, недешево жить у нас в Лондоне. На сегодня у нас все. Увидимся в следующем видео. Bye!